В Гродно обновили памятник герою Советского Союза Илье Семеновичу Антонову. Новое надгробие установили на могиле ветерана на кладбище «Секрет». В 2021 году начался сбор пожертвований для восстановления мемориала. Участие в акции приняли многие организации города, в том числе учреждения образования. Илья Семенович Антонов – один из участников Великой Отечественной войны, советский офицер, командир 1-го стрелкового батальона 212-го гвардейского стрелкового полка, 75-й гвардейской стрелковой дивизии, 30-го стрелкового корпуса 60-й армии Центрального фронта. Патриотическое воспитание не может быть без истории, а сегодняшнее мероприятие – это история нашего народа, это трагическая история нашего народа. И если ребята не будут присутствовать на подобных мероприятиях, они не смогут прочувствовать всю трагедию нашего народа, и мы не сможем из них воспитать настоящих патриотов нашей страны.